Хәерле көннәр һәр баршагызга да. Без бүген кунакта татар хатын-кызларының иң беренче композиторы Сара Пасадыкованың кызы Әлфия апа янында. Исәнмесез, Әлфия апа? Безнең килүенең сәбәбе менә соңгы вакытта тагын Сара апага һәйкәл куела дигән сүз чыкты бит инде. Кичә мин сезгә шалтыраткан, сез шунда ук әкият дидегез. Сез чынлап та һәйкәл булыр дип ышанмыйсыз мин, Әлфия апа? Ну, һәйкәл дигәнен ул бит инде күптән инде күптәнге хәл. Мин инде вообще уйлап йөрмендерем бер дә ул һәйкәл турында. Бер вакытны шулай Хәмзә Бадретдиновны беләсез инде. Журналист. Хәмзә әйтә, Әлфепа, ул һәйкәл турында нәрсә? Мин әйтәм, белмим. Әйдә ди, мин әйтә, әйдә Рада Нигматуллинага барып кайтабыз ди. Карчыкка төшерәбез дә ди. И газетка бирәбез. Мин әйтәм, давай. Шуннан соң звони ди Радага. Ә минем телефоным юк. Тут аптым инде телефонын, шалтыраттым анарга. Ул әйтә, һәйкәл миндә түгел ди, ул ди заводта ята ди. Подложныйда. Ярый, мин әйтәм, ярый, рәхмәт, мин әйтәм, тагы шалтыратырбыз әле. Хәмзәгә әйтәм, менә шулай-шулай. Киттек заводка. Ул әле үзенең фотографында алған еш, шулай тұрып киттек. Онда ердік бір пустой заводта, он біздің білі инженер ерді. Наконец ере-ере бір темный ғына бір бөлмеде хайкәл ята енінде. И башы йоқ. Мы удивились, конечно. Онда екі қыстыра кента білен шилеклері йоқ. Шынды очень грустный картина. И вот инженер әйтә, Рада Нигматуллина ди безгә ди маскасын бирсә ди, без ди за неделю все сделаем дигән була инде, ярый. Ну, фотографировать было нечего, мин кайткач бик еладым, ну, мы, конечно, шалтыраттым тагы Радага. Рада әйтә, ие ди, маскасы миндә ди. Мин ди аны ди бирмим, потому что бирсәм ди, әллә кая ди аңарга предлагать иткәннәр инде бик неудачны җирләр, әллә кая яшереп куядылар ди, анда ди ни. Шулай торып, без Хәмзә белән утырып киттек аларга. Это было 2 января 14-13 ел. Утырып киттек, аларда таныштык, күрдек, алар... Гафу итегез, сөзегезді бүлдірәм. Хайкәлнің теге иң бірінші Радапа ясағанда сіз аны күрдегізмі? Ол сіздің білән кеңешләшті мен? Мен бронзадан қиылған ол готовый өзі, башы юқ. Мен шуны ғына көрдім мен. Ясағанда ол сіздің білән кеңешләшті мен? Вообще, 95-ші елны әлі проект макетін көрдім. Мында макетін выставлять еткенлері 95-ші елны. 97-ші елны оны разобрали все, значит, не и решили памятник делать. И шықты указ, значит, совет министр. Вот 97-ші елны. Шуннан берлі, мене 97-ші елдан берлі, мене бүгінгі күнге хатлы. Шуннан соң біз, конечно, ну, между нами говоря, разумные сроки ожидания уже бетте, кончились. Ишти стаю бик кувинду, эй? Не, не ша ел отто бетин, эй? То си ел, эй? Мен узем лично унанчи елны Звезда Поволжьего бердым статья. Онан сон 15-ші елны бердым урыща инде. Анда инде Роберт Минулиннің шығырыда шыққаны урыща. Татарша алмадылар. Аны мен Мансур Сафинға на 5-ші елдіңа жібердім, ол мені нетіп берді, переводить етіп. Онан соң алдылар, статья 15-м ғану бұлы статья шықты, аны мен мәгілсізге беріп те жіберге, ұқырсыз, ұрыс шайынды ол. Мені қазір... Одығы шиғырын айтасы, сараға ұрын йоқ деген шол шиғыр мұлтығы, бітін нәрсеге де бар Қазанда, бақаға да, мәшеге де, сарағағында ұрын йоқ деген шол шиғырын айтасыз. Аның шиғыры енді. Анда шундай сүзләр бар, ул күптән сатылган имеш, ул җир. Сатылган дигәч, мин не обращал внимания на это. Оказывается, оно вообще давно было продано инде. Хотя мин, миңа замминистра Перцева дигән бар иде,
мин аны былай эскә биткә күргәнем дә юк. Но миңа кыягыз буенча ответила, что не мы им не продаем, улицы, площади мы не продаем. А раз не продают, значит, почему не согласны были нашел площадка Юнусов Нейна Майданна? До сих пор никто ничего не может ответить. Понимаете, я нашел вопрос. Сез инде хазер хаплар да буркая язмисыз, сез кытмисыз да инде хазер эме? Йок, йок, мен совершенно, тем более, что хазер Рада Нигматуллина, мен Камалова деген бар иде, бала замминистр, он мен ответила, что 15-ші илны они получили около 10 миллионов окша, значит, бетергенди шулышны. А 16-ші илны хат язып жібергенлер Радыга. 15-ші илны окша алып, 16-ші илны мына шул ул менде хат бар. И ответа никакого они не получили, конечно. Я знаю, что Рада вообще болела очень. Ермей Бархуайда, Ермей Дри, Урманда Тралар Индишной. И Кейтажли, Танбергене, Бульмеда Тралар и Холарным. Хазер мне хайкельно куемал, ну, ты проблема с энергией, да и кенсон сезона, белесизм, италасизм. Йок, вернется италным. Вернется италным, потому что, во-первых, Эле Рада и Сенса Вахта, был язган иде, что пианино или украли, или разбили, пианино как такового йок. Ул бит Сара Садыкының гына хайкәле түгел, ул бит целый композиция, Жилиан Чишме деген композиция. Шунда мин попала префект, префект бар бит әле, старый Казань, шул Марат исемне. Бер генә күрдем инде мин аны. Оларда булдык, без ишел, оның заместительницесе, бір маржа қызы, мен и ол ишел, бек ұзақ сөйлешіп отырдық онда, префектурада. Шунда ол айта, Альфия апады, мы, я деп сөйледі енді, я сделаю все, что вы хотите, де. Все будет здесь, и дорожки, и скамейки, и асфальт, и здесь мы сами туристический маршрут сами делаем. Мы, да, значит, как раз мы нам... Бо Юнусов Майданы турында сөйлеп отодвину, отодвину автобусную остановку на заводе деген Шишме. Здесь поставлю фонарь, огашлар утыртамды, сарафанымды, воспетые в песнях. Мне шла на хамес, меня айтты, да, меня айтам, но мин бит, меня айтам, скульптор гугл, скульптор гугл, сөйлешергә кирәк, меня айтам. А ул аны күрмеде, ул бүтті, бұны когда уже новая площадь нам одну остановку дальше, Ахтямов урамында пересекается, шунда. Лично мне он понравился. Мне он шунды от остановки прямо мешит ян на хатле, шунды продолговатый, прямоугольный бигзур, ёкшы. А сизганцы Юнусов Мейданна Карагында тегесе кубректе шадыма урынну? Тегесе урын мне шады, потому что после того уже, как сейчас уже там непонятно где что, он да вигинде не, он да больница да, он да вик газыгы шунды, а бында мне шлы. А потом Ахтямов ведь тоже посторонний к шиту был Сарасадыкова. Он ведь тут айда туган революционер, он их турда, он их жиры бар, не, как не гонели. Садык комиссар деген жер бар. Канал үчен бераз тигәлләй алмыйсың ба? Все, не. Ул бит безнең менә теге Мәскәүдән килә торган не бар бит? Мост, железнодорожный. Ул шул мостны в свое время спас. Это шул кешене. Ахтямов. Менә шундый хәлләр. А потом уже, біз, конечно, онда бір күні болғадық, Хамза біле отырдық, мұны там дали слово друг другу, что мы будем бороться за эту площадь, кім әлі? Юнусовская площадь, Ну, с другой стороны,
правительственный указ был вот на этот площадь. Он был подарен Сара Садыковым Туанкин на столетию, было подарено для того, чтобы там разместить эту композицию. Он, значит, жиде дни, он ике кыстыра берсе, ол кызы берсе, шахар кызы. Онда пианино, пианино янда утра, онда дорожки, онда Рада Нигматуллина хотела, конечно, чтобы сквер был. Рада берді меня журнал, мында оның обращениесі, орысша язылған, обращение к жителям Казани и Татарстана. Подпислар жиып жердім мен мында. Мыңнан артық подпис жиылған мында. Онда кім генә юк инде. Казанныкларына түгел, бөтен дөнья кешеләре монда. Әлфия апа, менә сез әйтүегез буенча, хәзер бу һәйкәл ансамбльнең күп элементлары инде югалып та беткәнме? Думаю, пианино юк, я не знаю, у меня бу пианино юк тиган иде, Рада Нигматуллина. Но с другой стороны, 10 миллионов, около 10 миллионов выделили денег, мне шул композицияны бітіріп, оңырға, ол үшін, бітін үшін үшіліп бітірірге, оңырға хат язып жүйегенлер 16-шы илыны. Қырмәті қараушылар, біздің әңгімәлі дауам етті. Сіз мансан Сембикәнің YouTube каналынан қарасыз, ақылғанын Сембикәнің сайтынан ұқы бітірерсіз. Сау болыңыз!